Оставь, сказали, что оставят. А по-моему, посмотри, ведут. Хочешь пить, Миша? А на паровозике мы с тобой катаемся, хорошо? Паровозики везде есть, там медведи, часто так не встретим. А хочу папа медведь. А папа медведь в той клетке? Папа там. Вот там танцевал, там папа медведь. А это мама и медвежонок. А мама мне у него идет. Смотри, медвежонок куда-то там бежит. Ну, спросил его. Ну, интересно ему. Он туда не хочет. Он кушать хочет. Этот хлебушек скушал, а этот увидел. Он тоже хлебушка захотел. Она еще уходит хлебушка. Ну, сейчас уберут у него. Потом этих перегонят, дадут хлебушку. Ой, кошмар. Видишь? И на малыша. Рычит. И на малыша рычит. Он что делает? Подожди, туда не надо? А ты хочешь сесть? Мама на него порычала, она на него построжилась на медвежонка. Воспитывает его. Да, хорошо. Говорит, себя веди. Не попрошайничай. А тот, смотри, на задних лапках стоит, смотри. Алтайчик большой уже стал. Встать можешь, неудобно сидеть, да? Играть хочет. Да. Охраняет. Ну, а ему играть смотри, хочется. Он хочет, плохо пахнет. Ой, смотри, дядя принес ему хлеб. Видишь, он там дядя принес? Так опять этим хочется. Морковку. А еще видишь, ему дядя принес морковку. А этот хочет. Да, и маленький тоже ждет, чтобы ему дали. Ну что ж не дадут, хоть бы в кормушку бросил. И ему надо даже хлеб, даже без морковки. Плачет. Плачет, хочет морковку кушать. Это медвежонок говорит ням-ням. И мама не кормит. Да, говорит, мама, ням-ням. Валя, покорми, Валя. Я как скажу, так она хочет. Он не хочет. Она хочет кушать. Кушать хочет, мама. Ой, смотри, куда полез, наверх. Да, да. Вот это, да, вот это медвежонок. Да. Он лазит, ты же лазишь вот по железке, и он тоже лазит. Скалолаз. Он что делает? Он же не может есть. Сейчас ему принесут, у них вон там кормушка, им тоже сейчас дадут еды. Так это когда он даст, когда это берет? И маме даст еды. И маме даст еды, да. Валя, ну покорми ты малыша-то. Малыш кушать хочет, не дают кушать. Кошмар. Бедный малыш, кушать хочет, не кормят. Это что ж такое, скажи? Смотри, не упади. Вкусная морковка. Этот хрумкает. Это же Маугли.
Ну, конечно, на глазах у малыша хрумкает. А тот жрать хочет. Бедненький. Да, кушать не дают. Ну зачем же так дразнить-то? И тем бы дали кушать. Вот стоит, еще по телефону болтает. Валя, корми. Кошмар. Сейчас посадит. Давай, сади ее. Бедный ребенок. Мама говорит. Мама, Валя, давай корми. Сырка что творит? Да конечно. Тут ест на глазах. От мама говорит, прям мама. Мама, ложись. Ложи. Бедный ребенок. Улаш. Ой-ой-ой. Сейчас ворчит, как трактор. Да, точно. Смотри. Ой, бедный ворчит. Довольный. Да. Тому второй раз дали поесть, а этот смотрит. Медвежонок, что ли, ворчит? Да, ну, как да. Трактор. Это они так сосут. Это и Шилка, и Ростик так же делали. Ничего не это говорит в одной. Захотела. Ну так тут ест, на хлеб кто не ел. А он ему два раза хлеб дали, там морковку этот смотрит. Есть-то хочется. Конечно. А тут еще никогда его не переводили, первый раз перевели на глазах. Ничего.